Глава Химок Дмитрий Волошин провел еженедельный прием жителей округа. Со своими вопросами в администрацию пришла Нина Ермишкина. Основной темой для разговора стал ремонт в подъезде многоквартирного дома, где она живет. Здание было построено в 1985 году. 16 этажей, 128 квартир, 2 подъезда. Со времен постройки полноценного ремонта в общественных пространствах не было. Необходимо поменять окна и двери, привести в порядок первые этажи и лестничные клетки, заделать прохудившийся мусоропровод. Дмитрий Волошин пообещал закрыть наболевший вопрос в течение 2 месяцев. Мы делаем ремонт подъезда, и в этом ремонте замена окон обязательна. Поэтому у вас это будет решено. Все. Никаких проблем. Так что вопрос закрыт, потом мы приедем, посмотрим этот подъезд. Ну, в этом году мы уже обещали вам. Все. Обратиться к главе может любой горожанин. Для этого нужно записаться на следующий прием на сайте администрации или по телефону 8 495 572 73 38.